Здравствуйте, девочки! Сегодня хочу вам показать, наверное, уникальный рецепт, может, не уникальный. Как очистить вот такую вот старую и уже довольно-таки устойчивую грязь буквально, ну, наверное, минут за 15. Не нужно никаких усилий, не нужно тереть, ничего подобного. Для этого нам нужна кастрюля чуть побольше размером, вода, вот такой вот силикатный клей, такая вот сода пищевая. Засыпаем все туда. Где-то у меня тут пол пачки. Можно больше, можно меньше. Вот силикатный клей. Сразу скажу, что обычный ПВА не подойдет. Нужен только силикатный. Засыпаем. Не жалея. Из тюбика. Вмешиваем. И ждем, пока закипит. Вот смесь у нас закипает. Вот она получается такая комками, похоже на клейстер. Опускаем туда нашу кастрюлю и варим. После того, как кастрюля у нас проварилась, в нашем случае это минут 15, чем сильнее застарелые пятна, которые тяжелые, тем больше варим. Например, на тарелке хватит минут 5, ну, примерно вот так вот. Теперь достаем и губочкой протираем под струей холодной воды. И все, сейчас вам покажу результат. Также покажу вот турочку. Тоже видно, да, в таком плачевном состоянии. Тоже опускаем ее. Тоже прокипятим. И тоже покажу результат. Вот смотрите, буквально за 15 минут кастрюля отмылась. То есть даже я ее не терла, ничего. Единственное, вот то, что вот здесь вот темное, это просто уже оно до такой степени старое. Не обращайте внимания. Но желтых ничего нет. Буквально не нужно тереть, никакие губки, никакие средства не нужны. Сейчас я вам покажу, что, видите, уже все само уже сходит. Сейчас она чуть-чуть проварится, и я ее протеру губочкой, без всяких нажимов, без ничего подобного. Также я вам хочу показать вот сковорода. Видно, наверное, в каком она виде, и что с ней будет потом. Также я делаю, вот нашла такие тарелки, которые тоже можно. А после, особенно, вот, например, как у нас отключают горячую воду, через месяц тарелки все равно будут с такими вот разводами, с чем-то таким подобным. Вот, например, вот видно, наверное, вот такие вот края. Я вам сейчас покажу, что будет после того, как использовать это средство. Посмотрите на дурку. Буквально 5 минут, и все, она блестит, ничего не нужно. А так я столько уделяла времени, чтобы ее почистить, а тут буквально 5 минут, и она блестит. Также туда я пускаю ложки, кружки, все, что нужно. Насчет пластиковых не знаю, потому что не пробовала. Вот все, что железное там, все туда, все варится. И буквально через 5 минут я вытаскиваю, промываю холодной водой, все блестит. Никаких усилий совершенно не нужно. Вот показываю тарелочку. И вот какие они сначала бывают. Видно, наверное, вся желтенькая. Опускаем. Через 5 минут чистота и красота. Кстати, пластмассовые тоже можно. Я сейчас сделала эксперимент. Вот выглядит вот так вот страшненько. А вот уже в таком виде.
кстати, тарелочка, которую я сейчас запускала, показывала вам такую страшненькую, желтенькую. Вот она. Минуту держала. Показываю чайную ложку. Вот я ее проварила. Видно, что она такая совсем. Вот берем. Вот видно, как она убирается. Вот. Машу. Вот. Вот ложки буквально 2-3 минуты отмылись. Здесь вот была грязь. Вообще кошмар. Все отмылось. Вот показываю два вида, которые отмытые и которые не отмытые. Вот через минут 5 она будет точно такой же. Покажу еще один пример. Вот на основе нашла самую-самую грязную кружку. Вообще в ужаснейшем состоянии. Вот. И через минуту показываю две совершенно одинаковые тарелочки. Вот одна помытая, другая не помытая. Такая. И вот такая. Опля. И готово. А вот кружечка, которая была страшная. Вот она. Сразу скажу, что прекрасно отмываются чугунные, любые вот эти вот сковородки от всего. Единственное, нужно взять побольше посуду, чтобы сковородка полностью погружалась. У меня в данное время таковой нету, и я ее мою по частям, и, конечно, эффект не тот. Но прекрасно отмывает, прям сразу сходит, никаких не нужно усилий. Видно, что у меня она не влезает, и поэтому приходится вот так вот.